Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта военноедело.com. Минобороны России заказала разработку лазерного полигона. По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК, Министерство обороны России и пока неизвестная компания подписали контракт, предусматривающий разработку и внедрение комплекса лазерных имитаторов стрельбы, способных обеспечить на спецполигоне одновременную подготовку двух бригад военнослужащих вооруженных сил России. Система получила название «Стретта». Собеседник не назвал компанию, которая выиграла конкурс на разработку комплекса, но отметил, что лазерные имитаторы стрельбы и датчики поражения будут созданы для всех имеющихся на вооружении армии России образцов стрелкового оружия, бронетехники, минометов и гранатометов. Собеседник добавил, что в рамках опытно-конструкторских разработок планируется создать программное обеспечение, позволяющее максимально точно анализировать действия военных и допускаемые ошибки в ходе тренировок на лазерном полигоне. Напомним, что на разработку системы «Стретта» военным ведомством в июне текущего года на сайте госзакупок был опубликован тендер стоимостью 756 миллионов рублей. По данным конкурсной документации, окончание опытно-конструкторских работ запланировано на ноябрь 2021 года. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.com.